Продолжается следствие по делу бизнесмена, расстрелявшего двух парней в Шевченковском районе. Сейчас для обвиняемого избирают меру пресечения. Подробнее об этом в нашем следующем материале. Это перекресток улиц Освобожденная и Курортная. 9 марта нынешнего года здесь были расстреляны два молодых человека. Сергей Амельяненко, чемпион Запорожья по армрестлингу, и его друг Александр возвращались домой и не разошлись дорогой с автомобилем известного бизнесмена. Погнули боковое зеркало. Возмущенный водитель вскоре вернулся и открыл огонь по молодым людям. Первые выстрелы пришлись в руку Ильченко Саши. А Сереже попало 4 пули. Одна в плечо, одна на вылет, одна в сердце и одна в живот. То есть пуля, которая попала в сердце, она именно была смертельной. Стрелявшему инкриминируется 115-я статья Уголовного кодекса «Умышленное убийство». Семья убитого Сергея надеется на справедливость суда, но в то же время в ней сомневается. Хотелось бы, конечно, справедливости, чтобы человек, который убил моего брата, получил то, что он заслуживает. Но я очень сомневаюсь в справедливости нашего суда. Сейчас идут судебные заседания по избранию меры пресечения для стрелявшего бизнесмена. Заседание постоянно переносится из-за состояния здоровья обвиняемого. На 4-е по счету заседание его заносят на носилках. Ай, спина болит! Спина болит! Ай! Родственники пострадавших уверены, это симуляция. Последнее заседание длилось до позднего вечера. Суд постановил продлить пребывание обвиняемого под стражей еще на 2 месяца. Телеканал «Алекс» и дальше будет следить за развитием этого резонансного дела.